Это был тот случай, когда результат не оставил никаких вопросов. Так, коротко резюмировал старт белорусского клуба в Лиге чемпионов Александр Черник. Учитывая, что совсем скоро национальной команде стартовать в отборе на Евро, хорошая форма лидеров Витена как нельзя кстати. Ближайший матч квалификации с Израилем, приезд Крикуна и дефицит белорусов в более топовых чемпионатах. Тренер сборной отвечает на актуальные вопросы. При всем уважении, конечно, к сопернику, класс нашей команды, нашего клуба был, ну, гораздо все-таки выше. Ну, молодцы парни, что настроились серьезно, без, там, хотя первые там, минут 10 там, забить не получалось. Ну, потом все пошло, и все-таки удовольствие получили от игры. Лига чемпионов, когда забиваешь. Приятно, что белорусы наши забивали. Вот. Им тоже какой-то глоток такой эмоциональный, приятных эмоций перед международным матчем. Рады за клуб, там, всей страной болели, смотрели. С таким соперником, да, надо забить первый, и тогда уже чуть пойдет. Понятно, волнение, Лига чемпионов, давно клуб не играл. Все-таки это немножко другое все, когда там другие эмоции, другой заряд. Там. Поэтому и соперник, ну, сражается, бьется, хоть и класс его, но первый забили и пошло дальше. Там и Барселона, там смотрели соперника. Ну, хочется там, да, там есть несколько клубов таких, скажем, при всем уважении вступают. Хотелось бы, конечно, послабее, чтобы кто-то достался, чтобы дальше двигались вперед. Но, может, и приятно будет поиграть там, с сильным с кем-то. Но все-таки я вот как бы желаю, пока пусть лучше там жребий, там, повезет со жребием. Ну, мне нравится, что команда играет как-то просто не, скажем так, не по схемам, а играет именно по, не знаю, как можно сказать, по-игротски, там, все как бы играющие ребята, все там двигаются, подстраиваются, такой хороший, умный такой футзал, как бы каждый сильный индивидуальный игрок, вот. Ну, мне импонирует сейчас, ведь я смотрел, да, некоторые игры, то есть, такой из наших этих лидеров чемпионата, такой добротный футзал показывает команда. Там Юру Рабыку еще там привлекли, потому что именно исходя из соперника надо, чтобы были такие индивидуально яркие игроки, тоже обыгрывали больше таких. Вот. Ну и плюс там, что столкнулись травмы, там выпали пару игроков в столице. Там, такой маленький неприятный момент. Ждем, конечно, тесты, там, что будет. Опять же, такая ситуация непредсказуемая, никто не застрахован, поэтому... Посмотрели игры, там они играли с Кипром. Ну, есть пару там ярких игроков, вот, индивидуально там. Один, скажем так, нападающий такой постоянно. Ну, сильный индивидуально, надо вот обратить внимание будет. Наш играет, Шулькин, ну, скажем так, Беларусь всем знакомый тоже. Ну, тоже индивидуально сильный вроде игрок. Ну, а так такой прям, не хочется как бы и слабинку какую-то давать парням. Ну, ничего там нет такого страшного, ничего такого. Ну, надо выходить, играть свою силу, показывать, ну, все свои сильные стороны, и все будет нормально. Настроиться, подойти без... Скажем так, что-то похожее, то, что Витен сыграл с болгарами, что-то там похожее такое моделировать, ну, если можно так сказать, к Израилю. Настроиться серьезно и забить 1-2 и пойдет, и нормально сыграть. Понятно, что на выезде играем тяжело, это, ну, не надо расслабляться, но в то же время там ничего нет страшного. Прорабатывали несколько моментов они, вроде даже и чартер там консультировались, то ли Минск там женский на лигу. Улетали, там интересовались. Ну, в итоге вроде через Стамбул летим. А, сложно. Там перелет, там, по-моему, 4 или 5 часов надо будет ждать пересадку. Мы прилетаем, в этот день у нас вечером раскатка. Вот, отдыхаем, утром просыпаемся, готовимся к матчу, уже там теория. Там. Переписывались, да, ну, да, все хорошо, вроде планируют. Была какая-то небольшая микротравма сейчас, когда мы общались. Ну, все нормально, играл, там, забил. Вот. Ну, Серега молодец в этом плане, такой боец, там, через, там, не знаю, травмы, микротравмы, выходит, играет. Ну, понятно, хочется играть, там, хороший уровень. Я помню и знаю по себе, там, каждый матч, там, хочется выходить. Я уверен, приедет, все нормально, поможет сборной. Ну, просто, может, наш уровень чемпионата чуточку подрос. Парням комфортно как-то здесь играть. Создаются условия. Ну, это, наверное, все-таки как-то внутренний вызов каждого человека. То есть, либо ты хочешь попробовать себя, какие-то силы на другом более, скажем, все равно надо отдать должное высокому уровню. Тогда ты куда-то срываешься, там, ну,
наверное, какое-то внутреннее состояние. Сейчас, наверное, как-то у парней то ли ментальность у молодежи чуть другая. Там, ну, может, это тоже хорошо. В нашем чемпионате остаются тоже наши ребята. Я так не хочу говорить, опять же, что вот тогда там посильнее были, сейчас послабее. Нет, примерно там образно одинаково. Ну, мне хотелось бы, чтобы все-таки наши мини-футболисты уехали кто-нибудь в Россию. Даже вот последить как-то, посмотреть, как сложится судьба. В наше время все еще двигается. Каждый матч можешь в онлайне смотреть, следить. Раньше, да, потому что когда я уехал, в газете фамилию написали, сыграл, не сыграл. Но здесь уже всех, ко всем привык, смотришь, как и знаешь их там силу на этом уровне, как он сыграет против этой команды, понимаешь, что это чуть выстрел, не выстрел. А посмотреть там, как, ну, лично мне, вот просто по-хорошему, я бы хотел, чтобы кто-то из наших ребят, один-два, там, хотя бы на сезон, там, полсезона. Ну, Олег Горбенко, там, тот же Козел, мне кажется, вот молодые такие ребята могли бы уехать. На самом деле много, просто надо пробовать. То есть, ну, тут же такое, там... Мы даже уезжали в Россию, никто же не говорил, там, что мы были яркими, там еще там что-то. Мы были такие просто там, ну, рабочие лошадки. Ну, просто рискнул, попробовал, получилось, зацепился. Кто-то там попробовал, не получилось. Ну, то есть.